Всем привет, друзья, гости, зрители, подписчики. Смотрите, бывает такая ерунда, мотор у нас не заводится и все, да? Ну, давайте именно поговорим про датчик Ленвала, который стоит на русских автопроме, да вообще на всех автопромах стоит русских автомобилей, старых, новых, иномарках. Давайте именно про этот датчик поговорим. В принципе, все мы знаем, когда он выходит из строя, автомобиль не заводится. Вот как его проверить можно, и, в принципе, сейчас немножко про него я вам расскажу. Этот датчик не только отвечает за искру, понятно. Датчик сильно играет на искру, он стоит на шкиве, где зубчики. Снимать его не так трудно, но он играет еще роль, как вам сказать, на бензонасос. Много на каких машинах он работает на бензонасос еще. Не только на подачу в нужный момент искру, но и на бензонасос, и также на прыск топлива форсунок. Давайте его, в принципе, давайте разберем. Снимать его, в принципе, недолго. Крепится обычно на одном болту. Фишка, кстати, на него бывает рвется, нужно проверять. Ну, допустим, она может сгнить, грязь, то есть, и будет проблема с двигателем. Ну, давайте сейчас вам покажу. Вот он так выглядит. В принципе, он почти на всех автомобилях выглядит почти именно так. Тут магнитный, стоит такая магнитная штучка, два контакта. И вот, когда он выходит из строя, может не срабатывать бензонасос. Именно когда крутишь зажигание. Так мы слышим, бензонасос работает, заводим, автомобиль не заводится, потому что нету импульса. Может даже искра быть, а насос не срабатывает. Потому что на некоторых автомобилях даже насос, бензонасос срабатывает только в моменте стартера, когда заводишь стартер. Вот, допустим, можно его, знаете, как проверить? Вот, допустим, мы... Сейчас открою. Ключ раз, мы слышим мотор, да? Работает моторчик бензобаки. Потом перестает. И вот, когда вы будете крутить стартером, он должен сработать, потому что он будет считывать, что мотор становится, типа, заводится, и он подает еще дополнительное топливо. То есть, вот это считывает зубчиков на шкиве, мы крутим стартер, еще должен слышно быть, как работает бензонасос. Если это не происходит, то скорее просто вышел из строя датчик Ленвала, ребят. Вот хотел с вами просто этим поделиться, как это можно посмотреть. Крутите стартером, еще раз слушайте, должен быть звук бензонасоса, не просто когда зажигание включено, бензонасос работает, откачивать свое перестает. Еще во время крутения стартера должен работать бензонасос. Если он не работает, возможно, это датчик. На этом пока.